Мы еще должны научиться, господа, в уравновешенной системе счисления записывать число, что у вас есть. У вас есть некий человек, который готов, или прибор, компьютер, не обязательно человек, в общем, есть некоторая возможность разлагать число в троичной системе. Умеет записывать в троичной системе. То есть в обычной системе счисления с основанием 3. А хотим записать в уравновешенной системе счисления. Некоторые примеры на уравновешенную систему у нас уже есть, да? Вопрос. Кто-нибудь из вас может догадаться, как можно... давайте какой-нибудь заказ дам. Какое число хотим записать в уравновешенной системе? Ну, например, число 30. Давайте. Вот есть число 30. Записать в уравновешенной системе. Там, где цифры бывают 0, плюс и минус. При этом не хотим сами долго считать. Интересно, есть такая возможность? Или же все-таки придется считать, считать, считать? Как считаете? Я готов, что дается бесплатно и быстро, любое число разложить в троичной системе счисления. Как вы считаете, может это вам помочь? Или бесполезно, и надо просто сидеть и разлагать в троичной системе не 30? Рассказывай. Не поможет? Рассказывай. Если у вас есть минус 1, 0 и 1, что будет, если эти цифры сдвинуть на единицу? Давайте. Единицу увеличиваем на единицу, получается двойка. Нолик увеличиваем на единицу, получается 1. Минус 1 увеличиваем на единицу, получается 0. А это уже обычные троичные числа. Не понимаете? Смотрите, 30. Вот вы помните, что здесь вот у нас до 1, здесь до 4, здесь до 13, здесь до 40. Значит, когда вы будете писать число 30, на самом деле вас интересуют вот эти числа. Единицы, тройки, девятки, 27. Так, ребята, надо сделать простую вещь. Надо к числу 30 прибавить 1, 3, 9 и 27. Кто-нибудь из вас помнит, что это 40? Да. А 30 и 40 это 70. 70. А дальше простая идея. 70 надо записать в троичной системе. Я обещал, что это умею делать. Умею. 70 дает остаток 1 при делении на 3. Осталось 69. 69 делить на 3 это 23. 23 дает остаток 2 при делении на 3. Осталось всего 21 делить на 3 это 7. 7 дает остаток 1 при делении на 3. 7 минус 1 – 6, делить на 3 – это 2. Вот. Вот так записывается число 70 в троичной системе счисления. Но это 30, когда к нему прибавили 1, 3, 9 и 27. А сейчас надо отнять. Это означает, что получается плюс, на следующее число. Плюс 0. Плюс 0. Плюс 0. 0. Ну, давайте проверим на всякий случай. Это 27 плюс 3. Действительно 30. Хорошо.